Сегодня чебоксарцы заметили необычное для нашей полосы погодное явление. Над Волгой образовался смерч. Видео опубликовали пользователи форума «На связи». В течение 10 минут водяной столб вращался над поверхностью воды, а затем исчез. Как утверждают синоптики, это явление достаточно редкое для наших широт. Оно длится недолгое время, в диаметре намного меньше классического и не обязательно сопровождается ураганным ветром и дождем.